перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Все. Я сделал все для того, что тачку чистишь, беда. Я сделал все для того, чтобы меня на батле не заметили, но меня заметили, пиздец. Страшно кое-то. Где Яша? Бля, не знаю, напиши Яше, пиздец, дело. Как у вас дела, расскажите мне. Что нового, что там улицы шепчут, дядя? Да у меня интернета не было, бля. Михалыч, да, выдаст им на связь попозже. Шатаут Ростову. Яша тут. Яша, там спрашивают, где ты. Напиши пацану, где ты, ебаный урод. Не, пацаны, доты никакой. Я вообще, у меня сейчас очень закруженный график. Мы делаем кое-что. Что записываешь? Частушки записываю. Как-то ехал я с Москвы, да ебались погранцы. Говорят, танцуй, братик, сегодня для моей жены. Я им пацам заряжаю, я в этом вообще не знаю. Даю им взятку потихо и границу проезжаю. Опа, опа, границу проезжаю. И вот... Йоу. Так вот и живем. Херсон когда? Никогда, братан. Мы больше в Херсон никогда не приедем, понял? Отвечаю. Херсон это слишком. Бля, что-то я себя не вижу, прикинь. О, все попустило. А выше там. Короче, ребята, я даже вам не буду рассказывать, что мы тут делаем. Это просто, блядь. Ну. Это пиздец, блядь. У тебя новый телефон, братан? Нет, тоже. Это 7, да? Mm-hmm. Бля, мне казалось, что у тебя другой. Mm-hmm. У тебя же пятерка вроде была. Не-не. Хуя. Мажор, смотришь, братан, бля. Тут нема нахуй времени ноги обрезать, и ты говоришь, мажор сидит смотреть. Ты же умеешь, бля? Клонируйте кто-нибудь меня, дядя. Отвечаю. Да, братан, я слушал демку. Йоу. Вот кто нам нужен. Будешь с нами на связь или нет? Ебой. Ебой. What's up, nigga? Да что, блин? Ну как ты? Братан, да вот с Москвы приехал, пиздец, так тяжело было, отвечаю. Чё в Москве было? Да ничего, выступал же на стильтусе, понял, МСИЛ там все дела, короче. Концертики у тебя? Да, встретил там каждого рэпера всей Руси, понял. Не было там такого рэпера, которого бы я не увидел. Как дела у них, хорошо? Да, все пацаны там отдыхали, понял. А что ты, да что там, баскет? Это Альберт! Баскет, что ты там сидишь, приезжай клипы снимать, пиздец, блядь. Салют, нига. Сидишь там все в Барселоне, блядь, дуешь, по всех разъебываешь UFC, да, по-любому. Хорош, бро. Только читер такой. Бля, что-то ему UFC 3 не вкатило. Вообще тупо дичь. Что-то не понравилось.
Я прям знал, что не надо было покупать. Братуха, слышь, я хотел у тебя спросить, а сейчас такая игра появилась, Fortnite, что-то? Да. А что все рыбаки в нее играют, я не понимаю, ну, что это. Понял, вообще, это аналог игры, типа, там есть, я не помню, как называется, Battleground. Короче, пак, понял? На компе есть такая игра в Steam. Бля, я не играл. А что там надо крафтить? Я не понимаю, что там. Ну, делать? Вообще, короче, понял, типа, в той игре, что на компе, крафтить не надо. Там просто, короче, бегаешь, валишь, типа, понял, такая. А тут, типа, тоже особо крафтить не надо. Тут надо валить. Ну, крафтить ты, допустим, ну, ебашит тебя, короче, какая-то хуйня, ты хуяк выкрафтил. У тебя не попали, то есть такая хуйня. Ну я еще до крафта не дошел, братан. Я вот так вот, короче, зашел. Меня пару раз хедшот дали, я говорю, идите нахуй. Ты же в дотку нормально вообще, да? Да, я катаю в дотку, там на рубике говна раздаю. Бля, я надо сыграть, слышь? Да, ты что, я тебе сейчас черкану свои цифры в стиме, ты что? Ебу! Да будет гадь. Давай, я захожу там, понял, у меня когда плохое настроение, я всегда захожу кого-то пап. Да, только если я буду это. Если я буду раком, не ори на меня. Да не, нормально все, мы ж по фану, понял. Я просто обычно сыграем, а не рейтинг, что ты мне не сливал. Бля, я помню, я нормально там давал за, блядь, за Джиггернаут, я там давал за этого, за Вайпера я любил играть. Ты когда антихлопочный же. Ну да. Не, братан, я... А кого, блядь, за Эвокера играть, у которого, блядь, 13 кнопок там у него, ебать? Я ебал, не-не-не. Я первых 8 месяцев вообще на саппортах играл. Я тоже нарвался в кейс, понял, блядь. Выбегаешь в лес, 40-я минута. Знаешь, какой у меня любимый герой, братан? У меня любимый герой Скелетон Кинг. А этот? Потому что за него вообще нихуя делать не надо. Правда? Ну да, там две кнопки, блядь. Там чисто стан скидываешь, блядь, браслет включаешь. Понял, пошел. Не, я, короче, на Леончике всегда любил ебашить, понял, такая. Леон вообще сила, пиздец. Не, ну сейчас в основном за Рубика играю, понял. Мне просто фанаты подогнали сет за 800 евро, понял, дядя, я на Леон завязал. Фэн лов. Бля, это сильно, вообще сет за 800. Я там охуевший сет. Вообще сильно, бля, нихуя сильно. Он баскет все знает, дядя, такая хуя. Я тот задрот. Так а что ты собираешься приезжать-то? Братан, сейчас все сделаем, все доделаю, по-любому ворвусь, понял? У меня там середина апреля свободная есть, по идее. Надо будет с тобой программку снять. Мы уже сняли первый выпуск. Я помню. Я тебе ссылку пришлю, ты посмотришь, что за формат. Потому что такого вообще в России еще не было. Тебе будет интересно посмотреть реально. Пощадь. Да и в Украине от таких передач тоже. Ну, круто, брат, дядя. Взаимно, дядя, взаимно. На студию сразу, понял. Работаем. А что вы делаете? Сводите что-то? Не, будем писать. Я не хочу говорить, карты рассылать, но мы работаем. С очень сильным человеком. Понял, да. Я называю его Бенгермейкер. Бенгермейкер. Звукоинженер твой, да? Не, это мой друг, братан. Да. Ну, это самое главное. Это мой друг. О, Руся пришел. Русик. Русь! Что там черкаши шепчут, дядя? Бля, Русик, когда набухается, такой смешной, дядя, пиздец. Он такой дерзкий сразу. Да. В нем вор просыпается. Они оба на самом деле молодцы, когда напьются. Нет. Шатаут Руся и Ромчик, да, ну такая хуйня. Базаришь. Я вот. А вы пьешь вообще? Ты пьешь вообще? Нет, я не пью, братан. Я не пью вообще алкоголь. Я тоже нахуй не могу, не пью. Я не пью, я пробовал, но не пил никогда, понял, такая хуйня. Да не, мне тупо просто плохо становится, я после там уже двух виски с колой имел, уже такое, блин. Я там очень редко пиво могу. Понятно. А вы что, понимаете, что
Да мы ничего, мы, братан, этот какой-то UA Kid, ваш рэпер какой-то. Какой-то, какой-то. Да не, нормальный парень. Я знаю, я знаю. Это надо, смешной, правда, пиздец, но он хороший пацан. На этом, на английском читает он, пиздец. Да, да, да. Там еще у нас корешок один тоже есть, на английском валит. Да, есть, стоим в отеле. Клауд, как? Забыл как-то Клауд. Вообще молодцы, ну, типа, вот в правильном направлении двигаются. О, у меня такая хуйня, я типа английский знаю хорошо, но лучше писать рэп, что-то вообще не получается. Ну, у меня тоже не очень получается, я пытаюсь, но, знаешь, даже вот парень вот приехал, поставил треки свои, мне даже больше у него понравилось, чем, например, у меня на английском. Ну, я не так круто делаю, как он. Это просто у нас слишком много славянского менталитета. Понял, такая хуйня. Ну, да, не, он вообще красавчик, он молодец. Не, да, да, я выкупаю. Ну чё, тогда я погоню, Альберт, бля. Да, дядь, я буду тебя видеть, на связи остаёмся. Обнял тебя, бля. Он... Давай. Оставь там Баскета, верни его, чтоб он жив. Баскета вернут. Мы когда в МСК тулим, брат? Братан, в 20-х числах, давай, раздупляйся. Ну вот, смотри, пока... Обнял, давай, братуха. Всё, давай, брази, пока. Связь. А всё, что, будем готовы? Давай, да. Все, всем пока.